Вдохновленный, как прошел первый велопроход за грибами, через день я опять погнал велосипед в лес в надежде повторить или даже превзойти результат первого раза. В это утро погода выдалась просто прелесть. Тихо, солнечно, а главное никого. А вот и лес. Яркое солнце, трава в росе, красота, птицы поют. Ну вот и первая полянка, где можно что-то поискать. Это недалеко от поселка, и, скорее всего, здесь ничего нет. Ну, в дальнейшем так оно и оказалось. Ну, наверное, ушлые грибники все здесь собрали. Но на всякий случай поедем дальше и проверим еще одну полянку, там, где был хороший сбор в прошлый раз. Едем дальше, теперь уже вглубь леса. Будем надеяться, что туда еще грибники не смогли добраться. Червивая. Идем дальше. О, проявился. Какое место. Это что у нас? Даже не знаю, что это. Какой-то старый, блин. Масленок. Вот тоже. Ну, это второй. Это покрепче. Будет он. Пленочка снизу. Весь такой маслянистый. Ну, не даром, что масленок. Что тут у нас еще? Может быть. Ложные опята. Прям россыпь. Ух ты. Тут ходил, спотыкался что-то. Вот еще один дождевик. Ну, уже. Я еще съедобный. Ну, там сильно мрачно, туда не полезем.
такой мох. Прям красавец. Ну, тут, кажется, до меня побывали. И даже грибы успели пожарить. О, как они умеют прятаться. Ну вот еще какая-то просека. Это ж грибы здесь растут. Знаете, невкусные. Ну дальше пешочком. Шел туда, не заметил. Они, наверное, выросли, пока я туда-сюда ходил. И жирячки такие. Очень вкусные, ароматные, просто прелести. Не знаю, что за гриб. Но красивый. Но самый сюрприз меня ждал, когда я вернулся домой. Пока я ездил, тут, оказывается, грибы наросли. О, какие. Красавцы!